Новогодние каникулы – самое время для спорта. Мальчишки 13-15 лет, обычно гоняющие мяч во дворе, сразились в турнире по мини-футболу. Соревнования дали возможность ребятам из разных микрорайонов городского поселения Щелково на время почувствовать себя звездами, бесчастным и хлестовым. Самых упорных ждали кубки и медали. В эти минуты в физкультурно-оздоровительном комплексе городского поселения Щелково проходит турнир дворовых команд. 9 команд Щелковского района сражаются здесь за первое место. Кто увезет кубок, узнаем через несколько минут. Азарта дворовым командам, как оказалось, не занимать. Эмоции лились через край. Не хватало ребятам разве что командной сцепки. Но это достигается совместными тренировками. Силы у ребят оказались равны, поэтому победителя турнира определяла пенальти. В первой группе, обыграв «Торпеды» и «Шинник», лидировала сборная «Бахчеванджи». Тяжело было. Вот. Пенальти все решило. Даже не знал, там кубок, медали будут. Приехал. Мы даже не знали, ради удовольствия и все поиграть. Ну сейчас вот дворовая лига у нас, вот, на этой неделе открывается. Ну, вот ДФЛ. Да, там тоже уже. Ну, второй турнир уже там играем. За 3 года, что проводится любительский турнир, мальчишки выросли на глазах, перешли из одной возрастной категории в другую, отметил организатор и судья турнира, депутат горсовета Олег Антонов. По его инициативе турнир включили в ежегодный календарь спортивных соревнований района, и все усилия предприняты для одной важной цели. Объединить детвору, чтобы они общались, дружили, как мы здесь выросли в этом городе. Также хочу, чтобы они между собой все знали, общались. Кто-то из них стал знаменитым. Во второй возрастной группе победный кубок отыграли технари из Щелково. Награждение проходило под аплодисменты игроков и группы поддержки. Не пришлось занимать азарты и хоккеистам. На соседней ледовой площадке проходил турнир по хоккею. Настоящий лед, свежий воздух и ни с чем не сравнимая атмосфера – все это притягивает молодежь. В хоккее, как и в мини-футболе, звезды рождаются из любителей. Побеждают сильнейшие, те, кто в крепкие рождественские морозы проявляет в игре ловкость и продуманную тактику. Мы готовились к этому, поэтому мы занимаем первое место уже неоднократно. Николай играет в хоккей с 7 лет. Победа на городском уровне стала для команды закономерностью. На этот раз центр обошел юниоров из Жигалова и соперников старше 40. Я хочу сказать спасибо своему деду. Он меня привел сюда, на эту коробку. Я первый раз стал в 3 года на коньки. Ну и здесь, с тех пор мы с Коляном дружим. Я его здесь встретил, мы хоккей играем каждую зиму. Турнир показал в очередной раз, что это массовый спорт, это любимый спорт, это наш национальный спорт. Ребята у нас хотят заниматься, просто нужно им предоставлять эту возможность. Турниры на дальнем воронке проходят каждую неделю. Присмотритесь, возможно, на льду играют будущие звезды. Михаил Налетов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».